Сейчас я покажу вам косметику, которую я купила в Японии на 50 тысяч рублей. И, внимание, это косметика в коллаборации с Жожо, да, с аниме. И здесь, на самом деле, очень мало предметов. Раз, два, три, четыре. Да, здесь, на самом деле, четыре продукта. Но зато мне дали за такую барскую роскошь вот такую вот сумочку. Распаковочка чек. Интересная упаковка, конечно, теней, которые стоят невероятное количество денег. Вообще, эту коллаборацию было очень тяжело купить, потому что ажиотаж был у нее невероятный. Да, анимешники вообще-то богатые и совсем уже давно сожрались. Давайте посмотрим. В общем, это не просто тени, эти тени — это сумочка или что, господи. Мяу. Это такое. Да, это палетка теней, сумка. Я не знаю, что сказать. Ладно, цвета, ну, как у люмин, в общем-то. Кстати, лайк, подписка, потому что на моем канале самая интересная и дорогая косметика.